Привет, друзья, я Александр Преподобный, а это защитники Украины. Минуснули уже пятый штурмовик за 10 дней оккупантов. В этот раз под Авдеевкой, Су-25. Красавцы вообще! Мы работаем, Результата нет. Но знаете, нычье Путина сбывается. ВСУ форсировали еще и Днепр, высадились на левом берегу и заняли позиции Российской Федерации. Об этом сообщает Институт изучения войны и косвенно подтверждает Генштаб Вооруженных сил Украины в своей сводке. Также об этом говорят даже сами оккупанты. Продолжают перебрасывать свои малые группы, где-то закрепляться, где-то наращивать силы. Позавчера и вчера была ситуация, когда... Получается, северо-восточнее от Алешек, они там заняли небольшой плацдарм, при этом там достаточно крупные силы их накопились, по разным оценкам, ну, до 200 человек. А еще Росс-СМИ пишут, что две штурмовые группы прорвали оборону оккупационных войск, временно заняв всю позицию на северной окраине Песчановки, которая находится в той же части оккупированной Херсонщины. Мотивация противника очень высока. То есть на такие авантюры идти с форсированием Днепра под постоянными обстрелами, в том числе не только артиллерии и авиации, но и наших FPV-дронов, и пытаться закрепиться на нашем берегу, это говорит о том, что мотивация их солдат высока. Вот. Кто бы что ни говорил насчет каких-то надломов и так далее. Но, к сожалению, вот как-то так. Вот и российский военкор Романов решил, знаете, как-то запечатлеть высокую мотивацию украинских бойцов и еще больше демотивировать и без того, не пойми за что, воюющих россиян на территории Украины. И поэтому показал разбитую российскую технику по дороге Радинск-Олешки Херсонской области. Кстати, в списку сгоревшего российского вот этого хлама силы обороны Украины прибавили еще два солнцепека. И тут, друзья, все очень важно. Это тяжелая огнеметная система, стреляющая 220-миллиметровыми снарядами с термобарической боевой частью, которую часто называют еще вакуумными бомбами. И они действительно доставляют немало проблем нашей пехоте, это правда. Так что браво, парни. Но тем не менее, несмотря на абсолютно провальную попытку наступления Российской Федерации на Авдеевку, оккупанты опять возобновили свои штурмы. Об этом сообщают местные власти. По словам моих товарищей с этого направления, то, как противник смог перебросить и ввести в бой резервы, стало некой неожиданностью. Хотя это не должно было быть неожиданностью. Вот. И, в общем, там тяжелая ситуация. По описанию главы местной областной военной администрации, обстановка в Авдеевке выглядит так. На передовую заезжают по 10 единиц техники, 2-3 уничтожает наша артиллерия, остальные выгружают пехоту и просто убегают. Через полчаса новая десятка. И вот так вот по кругу. Ворог перегруповується, и найближчим часом розуміємо, що буде нова хвиля загострення. Оборонці продовжують бронити місце, все без змін, жодних позицій не втрачено. В город, где остается около 1600 жителей, невозможно доставлять гуманитарку, потому что оккупанты постоянно обстреливают все пути завоза. И вы прекрасно понимаете, что по волонтерам они стреляют так же. Это очень тяжело, и, к сожалению, они держат жителей Авдеевки в заложниках. Ну, глобально, если посмотреть, то резервы у противника есть. Наступательный потенциал их до сих пор не иссяк. Вот, то есть, ну, вот на это стоит обратить внимание. Также есть боеприпасы. Поддержать бойцов ВСУ в Авдеевке, кстати, приехал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Защитники продемонстрировали ему заодно, как сбивают вражеский самолет. Но в то же время россияне себя утешают, мол, даже атакамсы на обстановку на фронте вообще не влияют. Ну да, они как бы на 160 километров летают, но главное, что их-то вообще сколько там поставили. Изменили ли что-либо поставки дальнобойных ракет американских? Здравствуйте, Евгений. Ну, кардинально, конечно, они обстановку на фронте не изменили. Хотя, конечно же, мы понимаем, что это достаточно грозное оружие. Оно повышает нагрузку, прежде всего, на
наши силы ПВО, это угроза нашим тыловым, первым сосредоточением войск, прежде всего, конечно же, аэродромом, в первую очередь, вот в случае в Бердянске, об этом уже говорит. Слушайте, ну что говорить? Ведь путинские мальчики, они же как бы приходят в Украину не просто так, а бороться с людьми, как они называют, с нацистами. Правда, не все понимают, кто такие нацисты, но это разве проблема? Главное, слушайте, деды воевали. А вот против чего, за что, да, наплевать. Отдать жизнь во имя ничего абсолютно, это очень по-имперски. Первый раз, когда видел трупа, это был черный, но это был не нацист, а говорили, что это нацист. Типа, ну, черный, да? Ну, вот этот, вот. А так я... Ну, нацист-то черный же, правильно? Исходя из этой логики, завоеватели, Симонян, кстати, она же тоже нацистка. Не, ну, вы ж видели, да, ее цвет кожи? Ну, не сильно. Не западло даже. И вы еще удивляетесь лексикону Симонян, друзья? Не стоит. На России все публичные лица выглядят действительно как неадекваты или алкаши. Ну, я имею в виду все, кто поддерживает войну. Хотя почему, как? Сегодня были там предложения выборы отменить президента. А зачем? Даже если мы все будем ходить тут носу ковыряться, президент победит на выборах. Это не заслуга кого-то, это его личная заслуга. Я железно знаю, что он победит капитально, так что не снилось ни всей этой швали, которую там Макроны, Байдены там и все, Шольцы и так далее и тому подобное. Это состояние нашего общества на сегодняшний день. А вот прав Федя Гурулев, состояние российского общества, оно действительно Макрону и, наверное, в страшном французском сне не снилось. Чего только стоят вот эти бабки Путина, хотя они от красноглазого и краснощекого генерала, честно говоря, мало чем по содержанию отличаются. Владимир Владимирович, спасибо вам большое за человечность. Во всей, во всем мире нет таких людей, которые и президентов, которые борются за мир везде, всегда. Конечно, борются за мир. Например, недавно в Китае. Там Путин особо боролся за мир, нося с собой ядерный чемоданчик. Якобы ядерный. Хотя вообще встреча Путина и Си ничем примечательным не закончилась. Путин поехал в Китай, чтобы создать видимость, понятно, бурной деятельности, вот, находясь во всемирной изоляции, перебирать товарищами не приходится. И на поклон тоже не выбираешь, кому ходить. По поддержке Китая в России в войне против Украины тоже ничего не изменилось, заявили в ГУР. Ситуация довольно простая и понятная. Китай хочет выступить миротворцем или переговорщиком в этой войне. Это уже очевидно. Для этого невозможно никакая прямая военная поддержка Российской Федерации. Поэтому, что бы там Путин ни кланялся, как бы Скобеева не рассказывал, что вот они сейчас рукопожатием делят мир. Это все бредни сумасшедших, потому что Китай видит себя в абсолютно другой роли. Собственно, эта встреча очередной раз подтвердила, где кто находится. Мы очень гордимся, Владимир Владимирович. Владимир Владимирович, вы великий дипломат. Отряды Путина тем временем благодарят Путина. Догадайтесь, трех раз. На этом свобода слова в России заканчивается. Если хочешь что-то сказать, идешь в тюрьму. Ну и разве что какие-то скрепные благодарности. Но, слушайте, есть у них телемарафон, в котором рекламируют службу по контракту. И, значит, его прервала речь россиянки, которая высказалась о том, что молодых парней как бы на убой пускают на самом-то деле, а не родину защищать. Я обращаюсь к мужчинам моего возраста, 60-х, 70-х годов рождения. Мы давно живем. Я призываю вас встать за своих детей. Вернее, вместо своих детей. Потому что они, молодые мальчишки, бегут туда, вдохновленные юношеским максимализмом, заряженные патриотизмом. И мы знаем такие истории, не все возвращаются.
Они должны жить. Они должны получать образование. Они должны получать профессию. Они должны жениться, заводить детей. И защищать фронт. В том числе. Совершенно. У нас есть такие люди, мы сейчас хотим им показать. Ребята, запускайте ролик. Да, ребят, вы запускайте ролик. А про то, как путинские мальчики умирают в Украине, ну, не про то, как 25% россиян живут без центрального водоснабжения, вот про это никому не интересно смотреть. Вы лучше покажите, как Лавров радуется там в КНДР. Ну, ведь очевидно, что свободные северокорейцы просто очень восхищаются этой грустной лошадью, и вообще у них все по взаимной любви. Скажи мне, кто твой друг, и я скажу сразу, кто ты. Как думаете, друзья, когда Россия все-таки станет частью Китая, это же станет определенно когда-то, северокорейцы будут радоваться, будут разделять с Иваном кимчи, или же... Они просто скажут: нет, мы так не хотим. Лучше оставляйте наши чучхе. Напишите в комментариях, друзья. И не забудьте подписаться на канал Гроши, поставить лайк этому видео, нажать на колокольчик традиционно. Спасибо, пока.